Хелена Бонем Картер снимается в кино уже более 30 лет. Вот пару фактов о ней. Хелена с самого рождения была обладательницей мягкой подушки в виде влиятельного семейного древа. Она потомственная аристократка. С такой родословной девушка могла выбрать любой путь, но остановилась на искусстве. Свою первую маленькую роль юная Хелена получила уже в 5 лет. С головой погрузившись в кино и телепроекты, она параллельно начала увлекаться поэзией и даже сочинять стихотворения. Несмотря на выбор в пользу кинематографа, актриса проводит творческие вечера и читает поэмы в британских театрах и университетах. Частое появление Хелены в фильме Тима Бертона, кстати, совсем не случайно. Роман на съемочной площадке быстро перерос в гражданский брак. Союз в жизни стал основой их творческого тандема. Но после 13 лет совместной жизни Бертон и Бонем Картер расстались, сохранив дружеские отношения. «Плохой вкус», «Странноватая дама», «Городская сумасшедшая» — и это не весь полный перечень описаний стиля, которого придерживается Хелена в одежде. Отчасти он схож со стилем ее героинь.